Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Довны. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним мучеников Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Лигдония, диакона, Петра, Линдиса, Гаргония, Зенона, Домна Девы и Евфимия, преподобного Феоктиста Палестинского, блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца, мученицы Василисы Никомедийской, священномученика Алексиона, епископа Александрийского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Писидийская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.